Good morning. May I please ask... Доброе утро. Позвольте попросить всех участников начать занимать свои места, чтобы мы минуты через 2-3 могли уже начать заседание. Good morning once again, and welcome to the working session 18. Рад вас приветствовать на 18-м рабочем заседании. У нас с вами, собственно говоря, две части предусмотрены. Во-первых, обсуждение мероприятий программного характера или проектного по человеческому измерению с отдельным акцентом на связи между осуществлением цели устойчивого развития и выполнением принятых в ОБСЕ обязательств по человеческому измерению. ОБСЕ подтверждает наличие такой связи еще, собственно, в Хельсинском заключительном акте 1975 года. Тоже можно сказать и о принятой в ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасности. Связь с этими целями там также хорошо показана и подтверждается, что без справедливого инклюзивного общества устойчивого развития быть не может. Необходимы и демократические институты. На этом заседании мы постараемся понять, как государства-участники могли бы извлечь максимальную пользу
от помощи и поддержки со стороны БСЕ и лучше выполнять соответствующие решения, принятые в организации, а также обсудить связь между этими обязательствами и целями устойчивого развития. Меня зовут Катарина Ребика, я координатор проектов БДИПЧ, буду вести это заседание. Хочу также ознакомить вас с технической информацией, прежде чем я дам слово нашим вступительным докладчикам. Продолжительность данного заседания 1,5 часа. Первые 30 минут мы посвятим вступительным замечаниям, технической информации и выступлением самих вступительных докладчиков. Затем порядка 45 минут в целом на выступление из зала. И последние 15 минут – это выступление делегаций с правом на ответ. Если время останется, то мы еще вступительным докладчикам предоставим слово для заключительных замечаний, после чего у нас будет небольшой технический перерыв, а потом заседание по случаю закрытия встречи. Запись для выступлений по-прежнему открыта. Подходите к коллегам из секретариата за президиумом, если хотите записаться и выступить. Как обычно, рассадка в зале по указателям. Убедительно призываю соблюдать указанную рассадку на данном заседании. Трансляция в прямом эфире в интернете продолжается. Аудио-видеосъемка разрешается только для аккредитованных журналистов на заседаниях по случаю открытия и закрытия встречи. Никаких иных аудио-видеозаписей без согласия соответствующего выступающего не разрешается проводить. Итак, позвольте представить вам Адама Роджерса, нашего первого вступительного докладчика. Директор по связям с общественностью в организации Phoenix Design Aid. Это консультант Беон. Очень многое можно отметить в его сотрудничестве с ПРООН. Он был в том числе координатором программы «Города против нищеты». В 2018 году он отошел от активной деятельности, но продолжает поддерживать мероприятия. Он, работая в организации Phoenix Design Aid, с тем, чтобы структуры ООН более оптимально вели информационно-просветительскую работу. Кроме того, он много публикуется, издал 6 книг и множество статей. Пожалуйста, вам слово. Ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие друзья. Прежде всего, благодарю БДИПЧ за возможность быть здесь вместе с вами сегодня в этом комфортабельном зале. И большое спасибо за вчерашний банкет. Было очень приятно. Значительную часть профессиональной жизни я так или иначе занимался продвижением согласованных на уровне мирового сообщества целей развития по устойчивости правам человека и ликвидации нищеты. Это такая троица, которая должна реализоваться, если мы, как человечество, рассчитываем реализовать наш потенциал. Как вы знаете, цели устойчивого развития – это скорее последняя формула в процессе, который начался еще в 60-е годы. И я видел много поколений коллег, которые как бы изобретали колесо последние десятилетия. Каждый раз, когда происходит это очередное изобретение колеса, колесо становится все лучше и лучше. Но я бы все равно затронул историю этого процесса в целом. Первое десятилетие развития объявленное, он был еще в 60-е годы. Тогда мы начали понимать цели развития и его природу. Стали осознавать, что речь идет не только о материальных потребностях, но и о социальных условиях и о реализации людских чаяний в целом.
мы начали воспринимать развитие как экономический рост плюс перемены. И эти концепции стали развиваться в 70-е годы. МОД выдвинула стратегию, сориентированную на занятость. В рамках этого второго десятилетия появилось еще одно эпохальное направление. Это Стокгольмская конференция ООН. В частности, тут следует отметить, что она полностью называлась «Конференция по человеческой среде». С акцентом на экологическую устойчивость и благополучие человека. 80-е годы, третье десятилетие, пересмотр старых тем. Была принята декларация о праве на развитие в концепции именно правозащитных рамок. То есть развитие человека не просто дело хорошее, но и дело правильное. Как сказал Мартин Лютер Кинг, всегда правильное время, чтобы делать правильные вещи. Затем в 83-м году комиссия по экологии и развитию была создана. В 87-м году появился отчет «Наше общее будущее». И там акцент делался на том, что развитие должно удовлетворять потребности современности, не подрывая перспективы будущих поколений. Потом Рио-де-Жанейро, конференция по экологии и развитию, или, как было принято называть, саммит Земли. И я тогда работал на этой конференции в качестве редактора одного журнала из Лос-Анджелеса и издал потом книгу «Саммит Земли» и рассказал об этом процессе с точки зрения самых разных субъектов. Тогда стало очень заметно активное участие гражданского общества, предпринимателей, коренных народов и так далее. Многие, наверное, помнят повестку дня 21, затем заседание комиссии по устойчивому развитию в Нью-Йорке, в ДЭСа, в департаменте по экономическим и социальным вопросам. Затем появились цели развития тысячелетия. В 15 году появились цели устойчивого развития. Это уже последнее на сегодняшний день. Попытка преодоления глобальных вызовов по нищете, неравенству, климату, ухудшению окружающей среды, процветанию, миру и правосудию. Можно очень много говорить об этих целях. Вы, наверное, подозреваете, что я очень за них переживаю, поэтому я бы остановился на целях 4, 5, 16 и 17. Четвертая цель – это всеобщее качественное образование. В этой сфере достигнут огромный прогресс. В целом, в развивающихся регионах 91% детей ходят в школу. Это на 15-й год. Наполовину уменьшилось досрочный выход из школ. Растет число девушек, но на лаврах почивать невозможно. Еще многое нужно делать. Цель 5, моя самая любимая. Поскольку 100% проблем мы и так никогда не решим, если не расширим права и возможности на все 100%. Если 50% человечества остается за бортом, значит, не везет никому. А гендерное равенство к 30-му году требует ликвидации многих коренных причин, как в частной, так и в публичной сферах. Дискриминационные законы нужно отменять. Надо принимать законы для того, чтобы активнее продвигать равенство. Но в 49 странах нет законов, которые бы защищали женщин от насилия в быту. В 39% нет равноправия в вопросах наследства. Ликвидация гендерного насилия как наиболее распространенного нарушения прав человека, это приоритет. По данным из 87 стран, каждая пятая женщина или девушка в возрасте до 50 за прошедший год пережила физическое или сексуальное насилие от ближайшего партнера. И такая практика, как браки среди малолетних, по-прежнему существует. Цель номер 16 приближает нас к региону ОБСЕ непосредственно с его человеческим измерением. Мирное и устойчивое общество в целях устойчивого развития, доступ к правосудию для всех, построение эффективных, подотчетных, инклюзивных институтов на всех уровнях. Это все условия, необходимые для осуществления цели 15 от нищеты, образования, проблем климата и защиты окружающей среды. Нет необходимости напоминать о том, что борьба с насилием, укрепление правового государства, институтов, расширение доступа к правосудию, все не характеризуются огромным прогрессом. Достижения варьируются.
и у миллионов людей по-прежнему нет безопасности, их права и возможности ограничены, в том числе в экономическом развитии. Но что же сделать для преодоления этих дефицитов? Это цель на 17. Партнерство, в особенности взаимодействие международных субъектов, принятие соответствующих политических стратегий, которые будут содействовать осуществлению всех 17 целей. Научно-обоснованная база для решений. Расширение возможностей гражданского общества. Защита прав человека. Верховенство права в частном секторе, принципы широкого участия, подотчетности, недискриминации в подлинно демократической атмосфере. Осуществление этих целей возможно только в рамках глобальных партнерств. Нужно содействовать реализации национальных планов, при этом улучшать взаимодействие между учреждениями ООН, фондами, программами ЕС, региональными банками, важными организациями, такие как ОБСЕ. Улучшение координации взаимодействия требует более широких откровенных контактов, в том числе по болезненным проблемам, таким как права человека. Благодарю вас за ваше время и внимание, за возможность поделиться с вами сегодня этими соображениями. Желаю вам всяческих успехов в дискуссиях сегодня и в вашей коллективной и индивидуальной работе в дальнейшем. Адам, большое спасибо, что вы дали столь четкий сигнал на предмет прозрачных, открытых коммуникаций в контексте налаживания более качественного взаимодействия и сотрудничества между различными заинтересованными субъектами, чтобы преодолеть дефициты в осуществлении цели устойчивого развития. На этом позвольте представить слово следующему, уже нашему собственному, вступительному докладчику, первого замдиректора БДИПЧИКа, это Жене Гардабхадзе. Сегодня, кстати, мы вынуждены признать, что это для нее в нынешнем качестве, а именно первого замдиректора, последняя ежегодная встреча. Наверняка все уже с ней успели познакомиться, но отмечу, что Катажина, как первый замдиректора, курирует программу по выборам, демократизации, правам человека, терпимости и дискриминации Рома и Синти в БДИПЧИ, является экспертом по стратегическому планированию, управлению изменениями, много занималась такой тематикой, как гендерное равенство, права детей и в целом права человека. Итак, пожалуйста, Катажина, вам слово. Да, действительно, странно осознавать, что в этой должности я последний раз выступаю на ежегодной встрече по человеческому измерению. Я бы продолжила некоторые из тем, которые задал господин Роджерс. Что представляют собой цели устойчивого развития и как они связаны с деятельностью БДИПЧИ? Конечно, очень многое заложено в цели устойчивого развития, но я остановлюсь на трех аспектах. Во-первых, как господин Роджерс уже отметил, сами цели показывают нам, что представляют собой крупнейшие проблемы на свете. Но такой, условно говоря, прожектор, наверное, вызывал бы только страх и депрессию, если бы мы не были убеждены в том, что мы можем изменить ситуацию с этими проблемами. И демократия и мир в целом сейчас на перепутье. Работать, как в прошлом, уже невозможно. В контексте целей устойчивого развития мы можем критически взглянуть на нашу прошлую работу и на то, как мы собираемся работать дальше. Проанализировать и переоценить потребности, возможности, приоритеты и найти более творческие решения. Именно такой логикой БДИПЧИ руководствовался в процессе переформулирования приоритетов деятельности по человеческому измерению последние года полтора. Во-первых, мы изучили актуальные проблемы в сфере демократии и прав человека и задались таким вопросом: что нужно для того, чтобы гарантировать права человека для всех по всему региону ОБСЕ? Как задействовать наш мандат и наши ограниченные ресурсы, чтобы получить максимальную отдачу для осуществления этого видения? Отталкиваясь от этого, мы сформулировали 4 стратегических итога. Демократические институты,
основанные на верховенстве права и правах человека и характеризуемые широким участием, представительностью, подотчетностью и доверием. Во-вторых, гражданское общество, которое в состоянии отстаивать демократию и права человека. Третье. Общество должны быть равноправными, инклюзивными, жизнестойкими, свободными от всех форм дискриминации и маргинализации. И, опять же, в этом разрезе равные права человека для женщин. Наверное, вы себе уже представили, как осуществление наших стратегических итогов приближает осуществление цели устойчивого развития. А в разрезе наших проектных мероприятий я покажу, как мы к этому стремимся. По цели 1 – поддержка демократических институтов, направление повышения инклюзивности и подотчетности. Это связано непосредственно с целью 16 по продвижению мирных инклюзивных обществ с обеспечением доступа всех к правосудию и с построением эффективных подотчетных инклюзивных институтов на всех уровнях. Затем стратегический приоритет номер 2 – проект по образованию по правам человека и по демократической гражданственности в интернете и за его пределами. Это непосредственно связь с целью 4 по инклюзивной и подотчетному качественному образованию и возможностями повышения уровня образования или овладения новыми знаниями в течение всей жизни и для всех. Затем по стратегическому приоритету номер 3 проект «От слов к делу» нацелен на взаимодействие с разными структурами и службами безопасности, образовательными учреждениями, гражданскими организациями, законодателями для того, чтобы бороться с разными формами дискриминации, преступлений на почве ненависти. Это пример того, как мы вносим вклад в осуществление цели номер 10 по сокращению неравенства внутри страны между ними. И, наконец, наш проект «Change» – перемены горизонтального характера в разрезе со стратегическим приоритетом номер 4 – нацелен на задействование межизмеренческого трансформационного подхода по продвижению гендерного равенства на индивидуальном, коллективном и национальном уровнях. Эта инициатива способствует осуществлению цели номер 5 по гендерному равенству, расширению возможностей для всех женщин и девушек. Во-вторых, цели устойчивого развития – это не только амбициозные задачи, это, условно говоря, морально-этический компас, но от него не будет толку даже в демократическом обществе, если не будет соответствующих дорог и средств транспорта. То есть мы должны на практике заниматься осуществлением и обязательств принципов ОБСЕ и цели устойчивого развития. Поэтому мы постарались определить, как должен выглядеть успех по 4 стратегическим итогам. И пришли к выводам, что во всей нашей работе от поддержки демократии, открытых, инклюзивных, консультативных процессов законотворческой деятельности до образования для молодежи по вопросам демократической ценности прав человека, включая помощь институтам по эффективному реагированию на дискриминацию и также на продвижение равного участия, расширение возможностей для женщин в общественно-политической жизни, все наши программы и проекты предлагают практические инструменты для преодоления актуальных вызовов для демократии и прав человека. Наконец, как уже отмечалось, цель устойчивого развития – это призыв к скоординированным коллективным действиям для того, чтобы осуществить масштабные перемены по множеству измерений, им требуется системное, а не разрозненное мышление. Поэтому название нашей стратегии «Единый БДИПЧИМ» – это признание того факта, что наши приоритетные итоги, как цель устойчивого развития, взаимосвязаны, взаимозависимы, требуют наведения мостов между тематическим портфелем, а внутри БДИПЧИ с другими организациями. То есть мы не можем предлагать им никакого тренинга, например, по оказанию помощи в эффективной интеграции мигрантов, и при этом забывать такие проблемы, как нормативно-правовая база, содержательное участие мигрантов в принятии решений или инклюзивные настрои в обществе. И неважно, сколь позитивны наши намерения, ни цели устойчивого развития, ни наши приоритетные итоги не будут достижимы в одиночку. Их осуществление требует взаимодействия между разными секторами, организациями, отдельными лицами,
которые стремятся улучшить жизнь для людей. Поэтому наша стратегия приоритизирует диалог, партнерство с разными организациями, демократическими институтами, донорами, гражданским обществом в направлении осуществления ОБСЕ, обязательно печати по измерению. И здесь необходима постоянная приоритизация, четкие ориентиры, согласованность и владение взаимным опытом. В следующем году, приблизительно в это время, мы отметим 30-летие принятия Парижской хартии для новой Европы, что состоялось еще в рамках СБСЕ. Но тогда государства-участники задали направление, на которое мы ориентируемся и сейчас. Они отметили, настало время осуществить чаяния и надежды, которые питали наших граждан десятилетиями, приверженность демократии на основе прав человека и основных свобод, процветание с помощью экономической свободы и социальной справедливости и равная безопасность для всех наших стран. This was 30 years ago, and then in 2000... Так вот. Это было на 30 лет назад, а в 2015 году были приняты цели устойчивого развития. И, собственно, и там вопрос ставился так. Мы, как человечество, к чему стремимся? И действительно ли мы рассчитываем эти красивые слова воплотить в жизнь для всех наших сограждан в предстоящие десятилетия? Действительно ли мы инвестируем столько, сколько нужно в формирование мирных, справедливых, инклюзивных обществ, свободных от насилия и страха? Действительно ли мы делаем все, чтобы обеспечить всем людям во всем регионе ОБСЕ возможности реализовать свой потенциал и жить достойно и в равноправии? Есть такой интересный документ, который сопровождает цель устойчивого развития, так называемая отчетная карточка, по которой можно измерять показатели государств по выполнению глобальных целей. От двойки, грубо говоря, или латинской литеры F худше, до пятерки А. И пока что получается, что средний показатель в мире по-прежнему тройка с минусом. Принятые в ОБСЕ обязательства и цель устойчивого развития – это призыв к нам работать именно на пятерку. Но пятерку мы заработаем только если будем работать умнее и по-другому. Работа в прежнем режиме уже недостаточно. Благодарю вас, Катажина, за эти слова, за то, что вы нам рассказали о том, как в БДИПЧИ была перестроена программная деятельность, включая ее приоритеты, как мы вырабатывали стратегический подход к нашим программам. Это очень важный призыв, которым вы с нами поделились, мыслить незашоренно, творчески, искать новые решения с тем, чтобы наши программы и мероприятия приносили большую отдачу. И при этом, чтобы в наших мероприятиях мы всегда учитывали возможности того, как лучше работать с другими структурами, начиная с исполнительной структуры Института ОБСЕ и, конечно же, с партнерами за пределами непосредственно ОБСЕ. Большое вам спасибо. Далее позвольте показать вам материал на 2 минуты. Namely, the project coordinator's office in Ukraine. Координатор проектов в Украине представил этот материал. Речь идет о реализации прав человека в судах. Прежде всего, в данном случае акцент делается на расширении возможностей гражданских активистов, чтобы они могли лучше оценивать ситуацию с реализацией прав человека в судах. Здесь непосредственная связь с целью развития 16, о чем двое вступительных докладчиков говорили. Это очень важное направление в деятельности на ОБСЕ. Видеоматериал пойдет на английском языке.
Я благодарю вас за внимание, за то, что вы просмотрели видеоролик. А сейчас нам предстоит выслушать еще одного докладчика, Дениса Езице, который представляет отдел представителей ОБСЕ по свободам СМИ. Денис работает на посту советника в данном департаменте и занимается вопросами взаимодействия между такими принципами, как права человека, а также принципами свободы выражения мнений, кибербезопасности и безопасности интернета. Прежде чем Денис поступил на службу в ОБСЕ, он работал в Министерстве по евроинтеграции в Австрии. Она поддерживала юридические и правовые реформы для того, чтобы обеспечить медиаплюрализм на пространстве ОБСЕ, если я не ошибаюсь. Слово предоставляется вам. Большое спасибо, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Завтра мы будем отмечать Международный день универсального доступа к информации. Этот день имеет особое значение с точки зрения программ развития на период до 2030 года, в частности, если учитывать, что при этом нужно реализовывать и цель 16.10 ЦУР, которая призывает обеспечить доступ общественности к информации, а также содержится призыв обеспечивать защиту основных прав. Речь идет о том, что у каждого человека должны иметься права на получение документов, данных или информации от правительственных структур без какого-либо обоснования. Данные структуры государственного уровня должны обеспечивать безоговорочный и практический доступ к этой информации. Право на доступ к информации является важной с точки зрения демократического функционирования обществ и процветание каждого отдельного человека. Это то, что позволит нам более эффективно пользоваться нашими социальными, экономическими и политическими правами, а также делать обоснованные выборы. Это то, что касается каждого человека или группы людей, проживающих в каком бы то ни было обществе. Это касается прав на доступ к системе образования, системе здравоохранения, к жилью, к работе. Эти права также позволяют каждому человеку иметь возможность избираться, а также участвовать в общественной политической жизни. Доступ к данной информации требует от государств действовать транспарентно, чтобы этот доступ обеспечивать. Право на получение доступа к этой информации помогает создать культуру подотчетности в среде государственных служащих. Поскольку основной упор данной сессии делается на обязательствах ОБСЕ и деятельности данной организации в области достижения цели устойчивого развития, было бы ошибкой не сосредоточиться на праве на получение информации. Это право укладывалось в рамки устойчивого развития еще после того, как была принята декларация в Рио в 1992 году. Это еще одна цель, достижение которой само по себе является ценным. Поскольку, если эта цель будет достигнута, то тогда и другие цели устойчивого развития будут достигнуты в том числе. В Департаменте по свободе СМИ мы признаем, что право на доступ к информации является приоритетом. У журналистов также должно иметься это право для того, чтобы они могли справляться со своими профессиональными обязанностями, а также принимать обоснованные решения. Данное право распространяется на каждого отдельного человека, но сотрудники СМИ и журналисты часто пользуются этим правом для того, чтобы проводить расследования в области борьбы с коррупцией. Они же проводят расследования, посвященные экологическим и культурным вопросам. Вы, государства-участники ОБСЕ, также признали это право. В частности, вы признали, что это право является важным для того, чтобы средства массовой информации были независимыми, а также для того, чтобы бороться с коррупцией, финансированием терроризма и отмыванием денег. Есть различные обязательства, которые были приняты на себя государствами-участниками в Дублине и в Базеле. Такие политические обязательства подкрепляют цель устойчивого развития, позволяют ОБСЕ оказывать помощь одному из самых близких партнеров, а именно Организации Объединенных Наций, в том, что касается достижения ЦУР. Неоднократно вы уже слышали о том, что политические обязательства не имеют никакого смысла, если они не будут реализованы на практике. Наш долг – оказать вам помощь в деле реализации данных целей. Наш мандат строится на обязательствах, на этих же обязательствах строится и наша деятельность. Безусловно, это тот процесс, который требует воли с вашей стороны. Это касается исполнения наших рекомендаций и советов. При этом следует положительно воспринимать конструктивную критику с нашей стороны.
Позвольте не только сосредоточиться на конструктивной критике, но и поделиться передовыми примерами того, каким образом наши проекты реализовывались в целях достижения цели устойчивого развития. 10 лет назад, в 2007 году, наш департамент запустил проект для того, чтобы изучить ситуацию с доступом к информации на пространстве ОБСЕ. Мы провели исследования в 4 сферах, а именно доступ к законам, классификационные правила, что именно составляет государственную тайну, а что нет, карательные законы и меры, что происходит в случае, если нарушается гостайна. Мы также изучали вопрос о том, каким образом защищаются те источники, которыми пользуются журналисты. После того, как мы провели это исследование, мы оказали помощь 9 государственным участникам, помогли им обновить законы, которые регулируют доступ к информации. Мы это сделали посредством проведения учебных мероприятий для госслужащих относительно того, какие передовые наработки используются для активного обмена информацией. Вместе с тем, мы совместно с гражданским обществом мы выработали инструментарии и затем предоставили их журналистам для того, чтобы они могли пользоваться данными инструментариями, механизмами для подачи запросов в другие страны, а также в своих странах для получения соответствующей информации. Кроме того, мы проводили конференции и выносили рекомендации для государств-участников. Нам удалось преодолеть длинный путь, и я знаю, что это произошло давно, 10 лет назад, но тем не менее важно понять, что эти процессы развивались не за один день. В конечном счете, весь процесс возымел эффекты. Как я уже сказал, мы преодолели большой путь, и сейчас у 56 государств имеются законы, которые регулируют доступ к информации. Следует также отметить, что доступ к информации касается и других важных направлений. Во-первых, необходимо следить за тем, чтобы у каждого человека был доступ к надежному источнику информации. Следует проследить за тем, чтобы у каждого человека был доступ к плюралистическим мнениям и точкам зрения. Кроме того, мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы определиться с тем, каким образом частные структуры и технологии влияют на те решения, которые принимает соответствующим образом. У нас был еще один проект, который разрабатывался на протяжении последних 2 лет, и он касался безопасности женщин-журналистов в интернете. Этот проект также был задуман для того, чтобы обеспечить обществу правом получать плюралистическую информацию. Если ваша цель заключается в том, чтобы заставить журналистское сообщество молчать по причине их гендерной принадлежности, то таким образом вы лишаете общества возможности получать половину той информации, которая обладает данная часть журналистского сообщества. Наши проекты позволили правительствам выполнить свои политические обязательства, в том числе это то, что поспособствовало претворению в жизнь решения СМИ по безопасности журналистов. И, наконец, я хотела бы в заключение сказать пару слов по поводу нашей будущей работы. Наша будущая работа касается достижения всех целей устойчивого развития посредством обеспечения доступа к информации. Мы также стремимся к тому, чтобы определить, каким образом информация регулируется в режиме онлайн. Сейчас информация, как правило, содержится в интернете. Иными словами, наша работа сводится к тому, чтобы проводить общественные прения, искать новостные сводки, взаимодействовать с нашими друзьями и коллегами. Все это требует от нас постоянного выхода в интернет, и мы должны следить за тем, чтобы информационные площадки в интернете использовались на благо широкой общественности. Многое произошло. Мы сталкиваемся с теми площадками в интернете, которые являются вредоносными, которые используются для разжигания ненависти и распространения ложной информации. Существуют передовые технологии, в том числе и искусственный интеллект, которые используются для того, чтобы распространять фейковые новости. Опять же, моя критика не означает, что мы должны вернуться в каменный век. Мы нуждаемся в интернете, мы нуждаемся в тех площадках, которые там активно используются. Но вместе с тем мы нуждаемся в нормативной правовой базе для того, чтобы оберечь себя от цензуры и от вредоносного контента в интернете. Мы нуждаемся в образовании для того, чтобы у нас был когнитивный диссонанс в отношении информации, которая нам предоставляется в режиме онлайн. Только в таком случае мы можем принимать обоснованные решения. Последний проект нашего департамента посвящен искусственному интеллекту. И я надеюсь, что нам удастся найти ответы на интересующие нас вопросы в ближайшие 2 года. Большое спасибо. Благодарю вас.
Вы поступили правильно, когда вы упомянули реализацию обязательств ОБСЕ институтами данной организации, в частности, в том, что касается оказания помощи другим странам. Вместе с тем важно было коснуться технологического элемента, потому что именно этот элемент содержит в себе новые возможности и вызовы. Это неотъемлемая часть работы ОБСЕ. Большое спасибо за ваши комментарии. Это последний докладчик в списке. А сейчас мы предоставим слово тем ораторам, которые зарегистрировались для выступления в списке. Меня проинформировали о том, что 3,5 минуты выделяются на каждое выступление. Мы хотели бы также напомнить участникам, что все выступления должны быть содержательными, упорядоченными и уважительными. Вместе с тем необходимо придерживаться регламента, а также сосредоточиться на тех рекомендациях, которые имеют непосредственное отношение к теме нашей сессии. Я также хотел бы отметить, что тема нашей сессии – это деятельность в человеческом измерении с особым упором на проектной работе. Я хотела бы любезно попросить вас выступать по существу, коротко, и, если возможно, прошу вас начать с рекомендаций, которые относятся к предмету нашей дискуссии. Критика приветствуется. Критика должна быть конструктивной. Убедительно просим участников не зачитывать длинные, заранее подготовленные выступления. Если они у вас все же есть, прошу вас передать их в бюро документа оборота или же передать их переводчикам, тем, чтобы документы отражали нашу дискуссию. Я также хотела бы напомнить всем участникам, что вы можете выступать только в том качестве, в котором вы зарегистрировались, и только те лица, которые записались в список, имеют право выступать. Я хотела бы также напомнить представителям государств-участников, что замечания по порядку ведения касаются исключительно процессуальных и процедурных вопросов. Что касается содержания нашей дискуссии, то государства-участники могут воспользоваться правом на ответ, чтобы данное содержание откомментировать. Хотелось бы также добавить, что порядок рассадки заранее установлен для представителей гражданского общества, и мы любезно просим уважать данный порядок. На этом я хотел бы завершить мое выступление и предоставить слово тем ораторам, которые записались. Слово предоставляется Ирландии от имени Европейского Союза. Затем выступит Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. The floor is yours. Thank you, Mark. Благодарю вас за возможность высказаться. Я рад выступить от имени Европейского Союза. К заявлению присоединились следующие государства: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдавия, Грузия и Андорра. Учитывая дефицит времени, я хотел бы прежде всего начать со следующих трех рекомендаций. Во-первых, необходимо выполнить все условия для своевременного принятия сводного бюджета. Это необходимо для того, чтобы все исполнительные структуры и полевые присутствия смогли выполнить порученные мандаты. Во-вторых, государства-участники ОБСЕ должны на регулярной основе консультироваться с исполнительными структурами для того, чтобы воспользоваться имеющимся у них опытом. В-третьих, исполнительные структуры должны тесно координировать друг с другом работу для того, чтобы добиться большего совокупного эффекта и избегать дублирования усилий. Госпожа ведущая, мы приветствовали принятие сводного бюджета ОБСЕ в 2019 году, и мы выражаем признательность словацкому председательству за то, что данное соглашение было достигнуто. Мы хотели бы подчеркнуть, что принятие сводного бюджета своевременно необходимо для того, чтобы исполнительные структуры организации смогли спланировать и исполнить свои проекты и другие задачи эффективным и результативным образом. Исполнительные структуры ОБСЕ предлагают целый спектр услуг, который является ценным для нас всех с точки зрения исполнения наших обязательств в человеческом измерении. В качестве примера хотелось бы привести миссии по мониторингу, а также регулярные консультации по вопросам, которые лежат в третьем измерении. Государства-участники ОБСЕ выиграли от этой помощи, в частности, по ряду направлений, которые обсуждались на данной конференции в этом году. Исполнительные структуры должны тесно взаимодействовать друг с другом и по мере возможности налаживать сотрудничество с региональными и международными организациями, такими как Совет Европы и Организация Объединенных Наций.
Обмен уроками и опытом лишь повысит эффективность и результативность каждого института и региональной организации, в частности, в том, что касается реализуемых проектов. Исполнительные структуры также должны наращивать сотрудничество с гражданским обществом при разработке проектов и различных видов деятельности. Это необходимо для того, чтобы гражданское общество более активно вовлекалось в все необходимые процессы. Кроме того, исполнительные структуры должны и в дальнейшем совершенствовать мониторинг и процесс оценки своих проектов на всех этапах реализации. В том числе необходимо расставить приоритеты в вопросах КПД, а также руководствоваться примерами передовой практики. Исполнительные структуры также должны пользоваться социальными сетями для того, чтобы распространять информацию о той деятельности, которую они проводят. Госпожа ведущая, Европейский Союз особый упор делает на человеческом измерении. Человеческое измерение имеет непосредственное отношение к безопасности. Если права человека и верховенство права соблюдаться не будут, то долговечную безопасность построить будет сложно. Все государства-участники несут ответственность за то, чтобы защищать основные права и свободы. ЕС сожалеет, что в некоторых странах пространства ОБСЕ основные свободы ущемляются. Ущемляется свобода выражения мнения, ущемляются также свободы, связанные с собраниями и объединениями. Диалог необходим для того, чтобы эти обязательства в полной мере соблюдались. В этой связи Европейский Союз приветствует решение о безопасности журналистов, которое было принято в Милане в декабре прошлого года. Также приветствуем решение, которое касается борьбы с насилием в отношении женщин. Все это свидетельствует о том, что мы готовы в дальнейшем реализовывать наши обязательства. Учитывая ограниченный регламент, я хотел бы завершить мое выступление. Наш текст будет роздан в полном объеме. Большое спасибо. Благодарю вас за то, что вы четко озвучили рекомендации. Благодарю вас также за то, что вы их расставили в порядке приоритетности. А сейчас слово предоставляется Институту права политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. Затем выступит офис координатора по проектам ОБСЕ в Украине. Прошу представителей гражданского общества выступать. Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. От имени института выражаю благодарность организаторам очередного совещания по человеческому измерению. Но, к сожалению, у меня будет критика, надеюсь, она конструктивна. На протяжении многих лет представители неправительственных организаций, как и в этом году, излагают факты нарушения прав и свобод в государствах стран-участников ОБСЕ. Однако никаких реальных мер реагирования со стороны БДИЧ по результатам проведенных совещаний, к сожалению, не осуществляется. Складывается такое впечатление, что ежегодное совещание проводится только для того, чтобы все правозащитники смогли приехать и выпустить пар без последующих результатов. Другие международные институции совершенно по-другому реагируют на мониторинг и доклады, которые готовят неправительственные организации. Мы тесно работаем в Украине с мониторинговой миссией по правам человека ООН, которая использует наши мониторинговые отчеты. Евродепутаты приняли наш доклад как часть в резолюции 25 октября, но за 5 лет правового беспредела и значительного ухудшения прав и свободы в Украине, установленное практически всеми международными организациями, БДИЧ, к сожалению, не подготовила ни одного доклада по ситуации с правами людей в Украине, не сделала ни одного официального заявления. Хотя в 2015 году БДИЧ совместно с Управлением Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшин подготовила критический доклад по ситуации положения дел соблюдения прав в Украине. Ой, в Крыму, извините, пожалуйста. При этом я обращаю внимание, что БДИЧ даже не изучила законодательство Украины, потому что в 2014 году Верховная Рада Украины приняла закон об экономическом статусе Автономной Республики Крым, где статья 5 предусматривает, что там проживают не резиденты Украины, там нет граждан Украины. А 21 мая 2015 года они приняли заявление и постановление, направили Генеральному секретарю ООН и Генеральному секретарю Совета Европы о том, что все соблюдения пакта о международных правах Европейской Конвенции по правам человека возложены на Украину, они никакой ответственности не несут, потому что там нет граждан Украины. Но тем не менее, мы все 5 лет обсуждаем нарушение прав и свободы именно граждан Украины в Крыму. Я прошу обратить на это внимание. Также вызывает удивление подготовка со стороны БДИЧ отдельных мероприятий. Так, 15-16 июля этого года Бюро проводило в Вене мероприятие, на котором рассматривался вопрос о насилии в интернете. Он поднимался сегодня у докладчика. В качестве докладчика на данное мероприятие руководство Бюро пригласило из Украины на
Анастасию Дьякову, которая рассказала о формах насилия в интернете в Украине. Эта девочка познакомилась в социальных сетях с мальчиком, он начал требовать, чтобы она отчитывалась перед ним, как она проводит время, что вызвало беспокойство родителей. И второе, бывший любовник опубликовал в социальных сетях интимные фотографии девушки, которые из-за этого начались проблемы на работе. Действительно ли такие формы насилия в интернете беспокоят Бюро демократических институтов по правам человека? Это в то время, когда в Украине почти 5 лет продолжает функционировать сайт «Миротворец», на котором публикуются персональные данные людей, врагов народа, которых впоследствии убивают, избивают. Я прошу прощения, я вынужден напомнить вам о теме нашей дискуссии. Прошу вас вернуться к данной теме, а именно речь идет о деятельности в области человеческого измерения. Это непосредственно касается человеческому измерению, это право на жизнь, которых людей лишают через интернет. И вы поднимали этот вопрос сегодня об информационной политике, которой должны заниматься ОБСЕ. Поэтому я все-таки хочу дать рекомендации, настаиваю на них. Первое. В рамках своих полномочий, пожалуйста, ОБСЕ, обратитесь в Венецианскую комиссию по дискриминационному закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Ваше время, к сожалению, истекло. Прошу ваш текст отправить в Бюро документооборота. Время ваше истекло. Нам необходимо предоставить слово другим ораторам, которые записали в списке. Большое спасибо за ваше выступление. Я хотела бы также воспользоваться этой возможностью и напомнить вам о порядке рассадки делегатов. Прошу представителей гражданского общества, которые записались в список, выступать с того места, которое было отведено для представителей гражданского общества. Большое спасибо. Сейчас слово предоставляется офису координатора по проектам ОБСЕ в Украине. Затем выступит неправительственная организация «Антифашистская правозащитная лига». Прошу вас. Я глава программы по человеческой безопасности. Хотела бы сказать пару слов по поводу нашей работы, которая касается гендерного равенства. Гендерное равенство является основой для устойчивого мира. Но отсутствие гендерного равенства, гендерное насилие проявляют себя в различных сферах нашей жизни. Это влечет за собой тяжелые и далеко идущие последствия. Наш отдел тесно сотрудничает с правительствами и неправительственными организациями. При этом упор делается на устойчивом продвижении гендерного равенства в украинском обществе. Вместе с тем совершенствуется законодательство по борьбе с бытовым насилием, повышается потенциал полицейских подразделений и других структур, которые оказывают помощь жертвам насилия. Также психологов обучают в этой связи. Координатор по проектам поддерживала проведение учебных мероприятий согласно резолюции 1325. Были созданы специальные контактные центры по гендерному равенству и шло взаимодействие с полицейскими кадетами. Гендерное равенство активно внедрялось в министерствах, подчеркивалась необходимость продвижения женщин по карьерной лестнице, в том числе и в правоохранительных органах. Наша работа повлекла за собой внедрение тематики борьбы с насилием в программу курсов для сотрудников полицейских подразделений. Также внедрялась идея о создании так называемых мультидисциплинарных полицейских подразделений. Это необходимо для того, чтобы надлежащим образом реагировать на случаи домашнего насилия. Кроме того, дополнительные усилия прилагались к повышению осведомленности, а также созданию культуры, в которой поведение виновника насилия считалось бы неприемлемым. Кроме того, новый онлайновый курс был запущен для того, чтобы бороться с бытовым насилием. Большое спасибо. Меня зовут Наталья Стеницкая. Я являюсь управляющим программой координатора по проектам ОБСЕ. ОБСЕ неоднократно подчеркивала, сколь важна связь между гендерным равенством и устойчивым развитием. При этом необходимо взаимодействовать с ООН для того, чтобы добиться четвертой цели устойчивого развития. Речь идет о равном образовании, а также предоставлении возможности учиться каждому жителю земного шара. Главная цель нашей работы заключается в том, чтобы открывать доступ к системе образования. Это необходимо для того, чтобы система правосудия работала исправно. Вместе с тем,
Мы опирались на рекомендации ОБСЕ по независимости судебных органов, и координатор поддержал создание системы правовой подготовки. Курсы проводились в режиме онлайн и были институционализированы Национальной школой судей. Что касается результатов данной разъяснительной работы, а также что касается совершенствования программы курсов обучения юристов, наш офис выработал систему оценки качества методов обучения и курсов. Что касается правового образования, наша поддержка была сосредоточена на совершенствовании стратегии, а также на дальнейших курсах подготовки. Координатор поддержал внедрение первого государственного экзамена, который сейчас проводится во всех институтах. Что касается школьного образования, в этом году мы разработали онлайновый курс. Я хотел бы отметить, что мы считаем, что качественное образование способствует созданию надлежащей культуры, которая способствует равенству права в стране, а правовое обучение является основой данной культуры. Большое спасибо. Я прошу вас текст вашего заявления направить в Бюро документооборота. На этом я хотел бы остановиться и предоставить слово следующей выступающему из непрофессиональной организации «Антифашистская правозащитная лига». Председатель, уважаемые присутствующие, я благодарю организаторов за подготовку и проведение этого ежегодного совещания. Однако, к сожалению, я хочу отметить, что руководство БДИПЧ не отреагировало на беспрецедентное грубое дискриминационное нарушение прав граждан Украины, которые из-за экономической и политической ситуации в Украине временно проживали на территории Российской Федерации, работают там, которых лишили права принимать участие в выборах президента Украины и депутатов Верховного Совета. И таких граждан более 3 миллионов. Такая же ситуация возникнет во время выборов, которые в скорости пройдут, местные органы самоуправления, которые в городе Киеве назначены на 8 декабря текущего года. При этом по действующему законодательству все временно перемещенные лица из Крыма и Донбасса также лишены избирательных прав. Поэтому я предлагаю по результатам данного совещания обязать государство Украину обеспечить право на участие в выборах всем гражданам Украины, а также восстановить все избирательные участки. Прошу вас придерживаться тематики заседания, а именно обсуждения проектной деятельности по человеческому измерению. Но право на выборы – это основное право человека – избирать власть. А миллионы украинцев лишили права избирать себе власти. Также я прошу решительно осудить все проявления неонацистской национал-радикальной идеологии, которая на уровне государства поддерживается Украине, рекомендовать отменить законодательные акты, которые героизируют и увековечивают память коллаборационистов, военнослужащих дивизии СС Галичина и других формирований СС. Также я прошу содействовать возвращению религиозным общинам канонической Украинской Православной Церкви захваченных храмовых церквей. Кроме этого, поскольку были выступающие по свободе слова, я прошу обратить внимание, что Украина стала рекордсменом по уголовному преследованию журналистов, блогеров и лидеров общественного мнения. Около 1000 приговоров уже есть осужденные журналисты. Сейчас я представляю в суде интересы журналиста, при том, I'd like to remind you the topic of the session. Напомнить вам о тематике заседания. Проектная деятельность, если у вас есть рекомендации по проектным мероприятиям. Прошу сделать отдельный доклад по Украине, по преследованию свободы слова и привлечению журналистов к уголовной ответственности за слово и за их журналистскую деятельность на территории Украины. Такие фамилии Вышинский, Муравицкий, Саган и остальные, они уже на слуху. Мы обращались и в Европарламент, депутаты Европарламента обращались к президенту Украины с требованием прекратить преследование журналистов в Украине, поскольку у вас выступающая была, насколько я поняла, которая занимается в ДИПЧ именно свободой слова, то я прошу подготовить отдельный доклад по Украине по преследованию свободы слова. Благодарю за внимание всех. Thank you for your interview. Большое вам спасибо за это выступление. Позвольте снова подчеркнуть важность соблюдения тематики, а именно проектная деятельность по человеческому измерению. Призываю всех
полные тексты передавать в службу документа оборотом. Дальше программное бюро ОБСЕ в Бишкеке, затем фонд Пантерейхим. Большое спасибо, госпожа ведущая, за возможность представить деятельность нашего бюро в Бишкеке. Я специалист по демократическим институтам. Мы эффективно и оперативно реагируем на потребности Киргизстана, руководствуясь при этом нашим мандатом. У нас создан специальный консультативный механизм для улучшения взаимодействия с властями принимающей страны. Мы продвигаем комплексный подход к продолжающейся в стране реформе уголовного правосудия, поддерживаем выполнение законов, принятых в текущем году. Следует особо отметить наш вклад в разработку и сдачу в эксплуатацию единого реестра правонарушений и преступлений, что способствует осуществлению цели по равному доступу всех к правосудию. Кроме того, мы работаем по теме гендерного равенства, содействуем выполнению национального плана действий по резолюции номер 1325 СБ ООН, поддерживаем низовые инициативы женских групп с акцентом на борьбу с гендерным насилием, насилием в быту и ранними браками. Кроме того, помогаем женщинам и девушкам развивать лидерские навыки, расширять свои права и возможности. Тем самым вносим и вклад в осуществление принятого в ОБСЕ плана по гендерному равенству. И работаем в контексте цели устойчивого развития. Что касается конвенции ООН по правам лиц с инвалидностью, то мы помогаем принимающей стране обеспечивать соблюдение трудовых прав для лиц с инвалидностью в государственных структурах. Кроме того, мы участвуем в работе по борьбе с торговлей людьми, проводим тематические дискуссии между всеми заинтересованными субъектами, ведем просветительскую работу, содействуем укреплению потенциала, участвуем в организации и проведении так называемых симуляционных учений с тем, чтобы в рамках первой цели бороться с торговлей людьми и с принудительным трудом. Кроме того, помогаем укреплять демократические институты и систему избирательного права, включая соответствующие органы. Данный проект основан на рекомендациях БДИПЧ. Его задача – совершенствование нормативно-правовой базы для выборов, создание инклюзивных дискуссионных платформ, укрепление потенциала избирательных комиссий, а также организации и проведения гражданского наблюдения на выборах, с акцентом в том числе и на обеспечение соблюдения избирательных прав недопредставленных групп. Мы ориентируемся на реализацию равноправного участия в политике для всех. В контексте наших мероприятий по человеческому измерению мы согласовываем нашу деятельность с другими институтами ОБСЕ, полевыми операциями, а также международными организациями и всегда идем на контакт с заинтересованными субъектами. Благодарю вас, в том числе за соблюдение регламента. Далее фонд Пантерей, затем Российская Федерация. Позвольте вызвать представителя фонда Пантерей. Тогда слово передается Российской Федерации, затем выступит Таджикистан. Спасибо, уважаемая госпожа модератор. Уважаемые коллеги, дискуссии в ходе совещания подтвердили наличие проблем с соблюдением прав и свобод человека на пространстве ОБСЕ во всех государствах-участниках. Их решение требует вдумчивого подхода и равного внимания ко всему спектру вопросов со стороны организаций и институтов. Мы неоднократно подчеркивали, что в работе исполнительных структур ОБСЕ сохраняются серьезные перекосы. Их внимание сфокусировано на странах к востоку от Вены. На эту часть региона ОБСЕ нацелена проектная деятельность секретариата институтов, ДИПЧ, ВКНМ, представителя по свободе СМИ. Игнорирование организации проблем в других государствах-участниках, в Соединенных Штатах, Канаде, в странах Евросоюза лишь усугубляет ситуацию.
Показательна в этом смысле работа Бюро по наблюдению за выборами. В странах к востоку от Вены всегда направляются крупные миссии по 400-500 человек, в то время как в западные страны наблюдатели либо вообще не направляют, либо ограничиваются небольшими группами по несколько экспертов. Нет сомнения, что если бы в этих странах работали полноформатные наблюдательные миссии, они выявляли бы не меньшее число нарушений. БДИПЧ должна наблюдать за выборами везде одинаково, на основе внятных прозрачных критериев и правил, одобренных всеми государственными участниками. То, что методология Бюро по наблюдению за выборами нравится Соединенным Штатам или Евросоюзу, не делает ее золотым стандартом, о котором мы уже устали слушать. Ссылки на нехватку средств мы тоже не можем принять как аргумент. На другие направления, притом приоритетные только для определенной группы стран, почему-то средств хватает ежегодно. Если же проблема действительно финансирования, необходимо навести порядок в выстраивании приоритетов работы БДИПЧ для обеспечения полного тематического охвата. Свои предложения на этот счет мы не раз уже озвучивали, однако ряд государств-участников упорно сопротивляется наведению порядка в деятельности такого важного для организации института. В работе институтов и миссии ОБСЕ сохраняются тематические дисбалансы. Одним темам постоянно уделяется гипертрофированное внимание, в то время как невыполнение обязательств в других областях игнорируется. Мы настоятельно призываем исполнительные структуры более ответственно и сбалансированно подходить к тематическому наполнению проектов, тогда не будет проблем с недостаточностью ресурсов. Существенный дефицит внимания со стороны институтов ОБСЕ мы наблюдаем в таких областях, как борьба с агрессивным национализмом, неонацизмом, нетерпимостью, дискриминацией в отношении христиан и мусульман, решение проблемы без гражданства. Остро стоит вопрос нарушения языковых, религиозных и образовательных прав на Украине, в Латвии, Литве и Эстонии. В этих странах идет искусственное выдавливание родного для значительной части населения русского языка из образовательной схемы. Системы происходит дискриминация русскоязычного населения. БДИПЧ, ВКНМ и представители по свободе СМИ не должны оставаться в стороне от этих вопиющих нарушений. Очевидно, что тихой дипломатии здесь уже недостаточно. Нельзя признать удовлетворительной ситуацию со свободой выражения мнений и свободой информации на пространстве ОБСЕ. Политика двойных стандартов в ряде стран нацелена на преследование неугодных СМИ и препятствование их законной деятельности. Мы наблюдаем вопиющие факты давления на прессу, выдворения и ареста журналистов, формирование их белых и черных списков. В ряде стран Евросоюза под предлогом борьбы с так называемой российской пропагандой применяются меры, ведущие к цензуре информационного контента. Мы призываем представителей по свободе СМИ уделять этим вопросам самое пристальное внимание. Россия последовательно выступает в отчетности под отчетность проектной деятельности ОБСЕ, в том числе внебюджетной. Проекты исполнительных структур организации должны отвечать интересам принимающих стран и осуществляться по их запросам, а не навязываться стандартами. Призываю вас завершать ваше выступление. Видный политический интерес. Я заканчиваю, госпожа модератор, но это очень печально, что постоянно государствам-участникам не хватает времени для того, чтобы высказать свои мысли. Мы, конечно, распространим полное выступление, но мы здесь собираемся для того, чтобы озвучить какие-то моменты, а не для того, чтобы просто распространить в сети ОБСЕ свои рекомендации и замечания. Спасибо. Thank you very much. Благодарю вас за это выступление. Далее слово предоставляется Таджикистану, затем Украине. Thank you very much, madam moderator. Спасибо, госпожа ведущая. Делегация Таджикистана убеждена в том, что вовлечение институтов ОБСЕ в оказание содействия государствам-участникам в реализации их стратегии развития чрезвычайно важно. В 2016 году была принята стратегия развития страны до 30-го года. Она основана на целях устойчивого развития. Особое внимание в стратегии уделяется проблематике образования, занятости, здравоохранения, борьбе с коррупцией, энергетической безопасности. Проблематика гендерного равенства и участия женщин в развитии страны также занимает видное место в стратегии. Мы уже представили в добровольном порядке национальный отчет о выполнении стратегии на форуме высокого политического уровня в Нью-Йорке. Считаем, что участие
институт в ОБСЕ, в особенности полевых миссий, имеет огромное значение. У правительства Таджикистана очень позитивный опыт последних десятилетий в части взаимодействия с полевым офисом в Душанбе. Ежегодно проходят специальные партнерские встречи. Последняя состоялась 23 августа сего года. Во встрече участвовали институты ОБСЕ, 25 министерств и ведомств и более 40 организаций гражданского общества. Участники обсудили проектные мероприятия, проводимые программным офисом в стране. Благодарю вас. Благодарю вас, в том числе за соблюдение регламента. Далее делегация Украины. Thank you, Madam Moderator. Благодарю вас, госпожа ведущая, уважаемые участники. Прежде всего, хочу обратить внимание присутствующих на то, что второй год подряд на это специальное заседание попадают представители гражданского общества, направленные сюда одним государственным участником. Это вызывает сожаление. Наше правительство тесно взаимодействует со структурами ОБСЕ. В свою очередь, представители ОБСЕ часто приезжают в страну. Идет много совместных проектов, которые мы высоко ценим. Они помогают нам укреплять демократические процессы и лучше взаимодействовать с гражданским обществом. С учетом продолжающейся военной агрессии со стороны государства-соседа, Украина и далее намерена идти курсом укрепления правового государства, прав человека и улучшения выполнения соответствующих обязательств. Считаем, что и самой ОБСЕ нужны прочные институты, чтобы она эффективно выполняла свои функции. Поэтому поддерживаем деятельность БДИПЧИ, ВКНМ и представителя по СМИ. Считаем их важными ресурсами и организациями. Ценим роль ОБСЕ в контексте международных усилий в целом по оказанию помощи нашей стране в реализации реформ, многие из которых нацелены на улучшение выполнения взятых нами на себя в рамках ОБСЕ. Обязательно отмечаем взаимодействие с бюро КПУ в проектах по тренингу, психологической поддержке для жителей конфликтных районов, по безопасности журналистов, гендерному равенству, выборам, партнерство между властями и гражданским обществом, по судебной реформе, улучшению доступа гражданам к правосудию. С учетом этих соображений выдвигаем следующие рекомендации для государств-участников и исполнительных структур. Считаем, что государства-участники должны интенсивнее использовать услуги исполнительных структур, благодаря чему с помощью наблюдательных миссий и посещения ее по оценке улучшать выполнение обязательств. Государства-участники должны через директивные органы повышать эффективность деятельности структур ОБСЕ, использовать КПИ для улучшения осуществления проектов. Рекомендуем БДИПЧИ вести мониторинг по правам человека в Крыму, незаконно оккупированном Россией, и вновь призываем Россию ликвидировать все препятствия в части доступа и ведения мониторинга со стороны международных организаций. Рекомендуем ВКНМ продолжать играть ключевую роль в выявлении возможных факторов этнических конфликтов по всему региону ОБСЕ. К этому относятся и интенсификация репрессий, и нарушение прав нацменьшинства коренных народов, в особенности в ситуациях оккупации части территории одного государства-участника другим государством-участникам. Рекомендуем представителю по СМИ продолжать мониторинг ситуации со СМИ в оккупированных территориях, в частности в Крыму и Донбассе, где в отношении журналистов совершаются преступления, которые не расследуются. Кроме того, рекомендуем миссиям акцентировать внимание на тех сферах, которые вписываются в мандат организации и по которым есть конкурентные преимущества, чтобы не дублировать усилия других организаций. Приоритеты принимающей страны и других партнеров должны быть ключевым фактором в проектах. Рассчитываем на развитие сотрудничества и взаимопонимания.
Благодарю вас. У нас появился новый желающий взять слово в списке. Это Совет Европы. Пожалуйста. Да, да, госпожа ведущая, большое спасибо. Вся деятельность Совета Европы нацелена на осуществление повестки дня 30-го года. Мы в этом смысле новых мероприятий не изобретаем. Мы скорее согласовываем нашу деятельность с конкретными целями. В нашем двухгодичном бюджете на проектную деятельность четко указывается, на какие цели устойчивого развития, какие мероприятия назначены или предназначены. У нас, кроме того, есть часть веб-сайта, которая структурирована по ЦУР, с тем, чтобы все желающие могли видеть, как какие мероприятия содействуют осуществлению конкретных целей. В свою очередь, государства-участники также могут указывать на эту связь в своей деятельности, в добровольных отчетах. Таким образом, Совет Европы показывает, как он вносит вклад в выполнение ЦУР. По нашему мнению, это очень полезный пример, которым могли бы оперировать и другие международные организации, включая ОБСЕ. Благодарю вас за это выступление. Мне коллеги только что сообщили, что лицо, представляющее организацию «Пантерей», уже находится в зале. Это последнее записавшееся лицо, как и на прошлых заседаниях. Мы этому человеку дадим слово, если он здесь действительно находится. Фонд «Пантерей», пожалуйста. Этого лица снова нет. Таким образом, сообщаю вам, что два государства-участника хотят воспользоваться правом на ответ. По полторы минуты каждому. А затем... Итак, сперва США, пожалуйста. Спасибо, госпожа ведущая. Во-первых, в ответ на то, что сказали коллеги из полевых миссий в Бишкеке и на Украине, спасибо, что приехали. Очень интересно послушать, как вы тесно взаимодействуете по третьему измерению. Мы поддерживаем вашу деятельность. Очень хорошо, что вы можете здесь, в Варшаве, представить конкретные проекты. Поскольку моя страна была упомянута коллегой из Российской Федерации, позвольте сделать пару замечаний. Согласен с Российской Федерацией. Есть дефицит, есть разрыв между принципами и обязательствами с одной стороны и выполнением с другой стороны. Призываем вас посмотреть на то, что происходит в Москве. Такого разрыва, как там, между обязательствами и выполнением, больше нет нигде. Во-вторых, методика БДИПЧ нас устраивает. Считаем, что она обоснованно рассматривает как золотой стандарт. Практически всех на свете она устраивает. Так что, полагаем, ваше мнение является меньшинством. И, наконец, чрезвычайно рад тому, что вас беспокоит ситуация с бюджетом БДИПЧ. Есть простое решение. Не блокируйте в сводном бюджете ассигнование на БДИПЧ. Спасибо вам за выступление и за соблюдение регламента. Финляндия от имени ЕС, пожалуйста. Спасибо, госпожа ведущая. Позвольте передать слово коллеге в ЕС. В ответ на выступление коллеги из Российской Федерации, мы подтверждаем, что поддерживаем мандаты и деятельность трех автономных институтов ОБСЕ. Об этом мы говорили и на этом заседании, и в ходе встречи в нынешнем году, и в Вене говорим. Подтверждаем также, что поддерживаем то, каким образом эти мандаты выполняются, а ваши опасения в связи с этим не разделяем. А продолжаем то, что отметил только что американский коллега. Отмечаем, что ценим роль БДИПЧ в мониторинге на выборах. Сами государства-участники предоставили такой мандат БДИПЧ. И выполнение этого мандата зависит отчасти от нас, от того, как мы соблюдаем наши обязательства, от того, как мы предоставляем надлежащие средства,
чтобы удовлетворять соответствующие просьбы и запросы, как ожидаемые, так и неожиданные, а так что прессовать специалистов. Кроме того, наша позиция по методике мониторинга на выборах также известна, считаем ее глобально признанной и применяемой единообразно во всех государствах участников. Она основана на принципах профессионализма, независимости и беспристрастности и используется другими организациями, в том числе ЕС, в разработке собственных методических рекомендаций. Считаем, что в этом смысле никакого искусственного баланса быть не должно. Благодарю вас. Как я понимаю, еще одна делегация – это Канада с правом на ответ. Я не хочу затягивать дискуссию, господин ведущий, но вслед за последними замечаниями отмечаю, что американский коллега очень четко все выразил. Мы присоединяемся к этой позиции в отношении критики в адрес БДИПЧ и методики мониторинга. Благодарю вас. Это было последнее государство-участник в списке желавших воспользоваться правом на ответ. Могу только с сожалением отметить, что у нас нет времени для того, чтобы предоставить слово нашим вступительным докладчикам для заключительных замечаний. Но вы можете ознакомиться с полным текстом их выступлений на сайте нашей встречи. На этом благодарю всех вступительных докладчиков, а также аудиторию за активное участие. Очень полезно, когда здесь смешанный состав и государственные участники, и структура ОБСЕ, и гражданское общество, представляющее разные точки зрения, благодаря переводчиков. Кроме того, коллеги просили объявить, что теперь будет технический перерыв на 10 минут, после чего начнется заседание по случаю закрытия нашей встречи. До встречи через 10 минут.